Начинается третий день. Третий день я нахожусь в Сочи. Мой отпуск проходит отлично. Я видел много девочек, у меня в хостеле живет, что тоже радует. На самом деле женский пол всегда радует, когда его много. И они все общительные, симпатичные девушки. Так что все отлично. Что еще могу рассказать? Сейчас я поеду завтракать, как всегда. С утра в 9 часов, конечно, надо позавтракать. После завтрака я поеду, скорее всего, на олимпийские объекты смотреть. Так что оставайтесь со мной. Продолжим чуть позже. Сижу в столовке, ем завтрак. Так, еду. И что-то у меня такие чувства нахлынули. Посмотрите. Ой, сейчас расплачусь. Это красота просто, блин. Мне даже слов нету. Это все описать, рассказать. Я, короче, не знаю, куда мне ехать. Ай, ладно, ничего страшного. Ай, блядь, как не справлюсь, не знаю. Хочу олимпийские объекты повидать. Ну, что-то я тут еду. У меня карта древняя. Вообще шапка какая-то полная происходит. Но я вижу эту красоту. Я понимаю то, что я, наверное, все-таки как-то правильно еду, хотя я сомневаюсь. Ай, ладно. Буду тут дальше ехать. Я родился, где горы. Я такие горы не видел уже давно. Фух, что-то мне эмоции меня борят. На самом деле я увидел горы, и просто мне прям сразу столько эмоций. Ай, ничего, как не с ними справились, но блин, я этого так долго ждал. Ладно, на самом деле очень круто то, что я здесь. Также еще со мной небольшая неприятность случилась. У меня машину забрали на штрафстоянку, я дал 3500. И как бы это очень круто, существенно бьет по моим карманам. Я даже не знаю, как теперь буду возвращаться домой. Но как-нибудь... Я думаю, справлюсь. Что-то я вот еду, блин. У меня такое чувство, реально я куда-то не туда херачу. Ладно, я сейчас тут буду искать дорогу, чтобы мне выехать как-то, каким-то образом. На нужный путь. Я все-таки хочу посмотреть олимпийские объекты. Ну, я себе карту-навигатор скачал. Это просто, блядь, трэш. Я не могу, блядь. Меня бесит все. Как жить дальше, я даже не представляю. Ладно. Я постараюсь как-нибудь выехать куда-нибудь. Все, давайте. Как выйду, так сразу включусь. Давайте. Я нахожусь в олимпийской деревне. Круто, конечно. Если бы не одна проблема. То, что у меня денег теперь не осталось нифига, но это ничего страшного. Главное, какая здесь красота. Я нахожусь на море. Море рядышком. Вот они, сооружения, которые я смотрел по телевизору. Вон они сзади меня стоят. Круто. У меня чувство переполняет. Блин, я не могу сейчас. У меня такого никогда не было. Я не знаю, с чем это связано. То ли горы на меня так повлияли, то ли еще что-то. Но я просто счастлив. Я хочу плакать. И у меня такое настроение хорошее. То, что, блин, я готов сейчас весь мир покорить. Буквально. Блин. Просто божественно. Почему я летом сюда не приехал-то? Единственный вопрос. Ну, ничего страшного. Какая разница, летом, зимой. Главное, чтобы был всегда позитив, настроение хорошее. Да и вообще все, чтобы было в жизни хорошо.
а не как у меня в данную минуту. У меня сегодня есть деньги, чтобы переночевать в хостеле, и все. Блин, я вообще не знаю, блин. Ну ничего, но буду надеяться, то, что произойдет все хорошо. Я нахожусь сейчас в Олимпийском парке, где стоят сооружения, очень красивые. И тут такой вид, вы себе не представляете. Не зря я сюда ехал. А посмотрите на этот стадион, который выглядит в виде змеи. Я просто восхищен. И вы знаете, я думаю, то, что все должны побывать здесь, посмотреть на эти виды. Я тут захотел поужинать, позавтракать, поехал, пошел в самую дешевую столовую, припарковался там, пошел завтракать, завтракаю, никого не трогаю, выхожу с этой столовой, смотрю, моей машины нету, думаю, блин, круто как, кто-то ее поход дело угнал, а там все мои деньги. Потом думаю, не, ни хрена, у меня же грант, кто же ее возьмет. И я такой думаю, блин, вон смотрю впереди, стоят эвакуаторщики. Подхожу к ним, говорю, здравствуйте, а вы мою машину забрали? Он такой, ну да, мы, короче, забрали. Я говорю, ну круто, что сделать? Ну все, он мне назвал адрес, Первомайская, 10. Я вызвал такси, поехал с таксистом, доехал до этой Первомайской, 10. Мне выписали штраф 750 рублей. И плюс мне еще выписали 3500 штраф стоянку. Круто! Все мои деньги. И я очень счастливый человек на свете. У меня сейчас нету денег. Я не представляю, как я отсюда буду выбираться даже. Вот так вот бомжами и становится. Что тут сделаешь? Ну, я буду думать то, что у меня все получится, то, что я запланировал. Ну, надежда умирает последняя, конечно, все-таки. Если, блин, ну как вы узнаете, конечно, видео будет долго не выходить, значит, я в Сочи еще нахожусь. Но я думаю, то, что я отсюда по-любому уеду. И если что, может, вы там мне поможете деньгами, там, как на Киви кошелек скинете, на Яндекс деньги, без разницы куда, на WebMoney. Все зависит только от вас, будут ли выходить видео или не будут. Вся надежда на вас. Ну вот смотрите, ну Сочи. Я так долго к этому стремился. Я очень счастлив. Вы себе не представляете. И даже такая печаль, то, что я остался без денег, меня вообще ни капельки не тревожит в этой жизни. Я нахожусь в самом лучшем месте на Земле. Здесь Олимпийская деревня еще находится. Вы бы ее видели. Блин, я вам попробую показать. Она просто как сказочное какое-то царство, блин. Там вообще такое чувство, вот живут какие-то куклы. Ну, просто все такое яркое, все такое красивое, незабываемое. То, что я такого не видел никогда. Ну, стадионы тоже радуют глаз. Блин. Вы не представляете, вот смотришь, когда это все на... Смотришь, когда все это по телевидению, да? Думаешь, представляешь, как тут люди ходили, да? Будущие там атлеты, ну, бывшие. Будущие, которые займут первые места. И ты проходишь на этом же месте, и даже видео не покажет это. Очень сложно это все. Тут рядом находится море, да? Рядом находятся горы. И ты просто на это все смотришь и думаешь, блин, ну как же круто, как же здесь вот просто дух захватывает. Здесь есть Сочи парк, он тоже на мировом уровне. Блин, у меня сейчас просто бабла нету, я бы, конечно, хотел покататься на нем, но, к сожалению, я лошар. И ничего с этим не сделаешь. Лох — это судьба. Но меня это никак, не омрачает на самом деле. Подумаешь, останусь здесь, в Сочах. Фух. Было бы где ночевать, а остальное найдется, я думаю. Ой, я обожаю город Сочи. Самое лучшее мое путешествие. Даже я не знаю, ну ни с Геленджиком не сравнится, ни с чем это не сравнится. Это просто превосходно, блин.
Я счастлив. Я вот, я правда, я не знаю, я, блин, на седьмом небе. Если бы мне кто-то сказал вот, там 10 дней назад, то, что я буду в Сочи, я сказал, да ну нахер, хватит мне тут шутить и хватит ерундить. Никуда не поеду, что я ленивая жопа. Нет, я собрался, поехал. Если что, ребят, чем обидел, кому что-то не понравилось мое видео, извините. Я старался, правда, как мог, так снимал, какие условия были. Понравились мои видео, которые выходили 3 недели, конечно. Ставьте лайки, не забывайте под них подписываться. Если будут возможности, я буду снимать еще. Я нахожусь на море. Как-то все видно прекрасно, да? Море это божественно. Пацаненок маленький даже еще решил искупаться. Блин, классно. Долго нельзя поплавать. А так хочется, приехал на море и не занырнуть. Бывает в этой жизни. Люди встречаются, разводятся реально. Я тоже вот разошелся со своей. И уже прошло полгода, как минимум. Я даже не знаю, сколько времени уже прошло. Но я очень сильно скорблю на самом деле. Любил я только ее одну, и она об этом знает. Если она сейчас смотрит это видео, пускай это видео будет посвящено ей. Потому что все, что бы я ни делал, все, куда бы я ни ходил, что бы со мной ни происходило, это только из-за нее. Потому что она была мой стимул. Была мой стимул в жизни. И ради нее я был всегда готов на все. Но, к сожалению, я всегда все ломал. И от этого никуда не денешься. Почему так? Я всегда искал какие-то недостатки в человеке. Ну, недостатков не было. Недостатки были только где? Во мне. И все. Больше-то ни в ком нет недостатков. Но я всегда буду искать в ком-то недостатки. Это мой удел. Не знаю, можешь когда-нибудь... Если не здесь, я останусь. Ну, где-нибудь в другом месте будет такое же. Ой, не, ну я очень счастлив, как-то повторяюсь. Я хочу, мне нравится быть на море. Но опять же, хорошо быть с любимым человеком, а не одному, как я тут гуляю туда-сюда, смотрю достопримечательности. Ну, конечно, делюсь с вами еще. Как же без вас-то? Все-таки там почти 560 человек. Если вы смотрите это, ставьте лайки. Я вас люблю всех, без исключения. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте то, что ваша помощь будет, всегда будет помогать мне, если вы будете скидываться. Я буду делать более интересные видео, более раскованные, ну и так далее. Я все-таки стараюсь, и что тут говорить, ну красиво, да, не спорю, но если бы не вы, не моя бригада, да, 560 человек, то я бы дома бы сидел бы, бухал бы пиво, и, глядишь, все было бы очень легко и просто, у меня бы остались деньги, я был бы счастлив, ну и все такое, а сейчас я без денег, в чужом городе. Короче, настроение огонь. Ладно, как приеду в Воронеж, я обязательно выйду на связь. Так что не переживайте, я думаю, я приеду по-любому. Так что вот так вот. Всем удачи, всем пока.